В Югре почти на 4% проиндексируют социальные выплаты. Подрастут зарплаты бюджетников, стипендии и величина прожиточного минимума пенсионеров и детей. На заседании правительства округа приняли проект бюджета на 2020 год и плановый период следующих 2 лет. Планируется, что доходы казны в ближайший год составят больше 200 миллиардов рублей. В целом бюджет останется социально направленным. Более 70% всех трат направят на здравоохранение, образование и социальные гарантии. К примеру, в округе переоснастят 3 сосудистых центра, 4 организации, оказывающие помощь онкобольным. Кроме того, создадут почти 4000 новых мест в детских садах. Отмечу, что финансовый документ обсудили общественники, теперь его вынесут на рассмотрение Думы Югры. Поменялись взаимоотношения, межбюджетные отношения, так они выстраиваются. То есть территории наши муниципалитеты в основном все дотационные, поэтому существенные средства вкладываются из окружного бюджета. Естественно, есть методики, расчеты, которые позволяют, так сказать, вот бюджет муниципалитета сбалансировать, сделать. И как раз, когда мы проводили публичное слушание, муниципалитеты, которые присутствовали, они все были, отметили как раз вот ту большую работу, которую сделал департамент.